Добрый день, сейчас покажу лыжные брюки взрослые Италия. Так, такие они утепленные, XL размер, состояние хорошее. Подтяжки отстегиваются, не утепленные, размерчик. Так, примерно XL, состояние хорошее. Вот такие. Так, состояние хорошее, утепленные, размерчик L. Так, такие брюки, имеются загрязнения. Так. Неутепленный размерчик XL, подтяжки отстегиваются. Так, такие вот брюки неутепленные, размер M, состояние хорошее. Так, такие вот штаны. Так, подтяжки отстегиваются, неутепленные, такие тоненькие, размерчик. Так, 54. Так, такие брюки, так, неутепленные, на рост 176, состояние хорошее. Так, такие штаны на синтефоне. Так, размерчик. Так, 16. Состояние хорошее. Так, такие штаны. Так, внутренний подклад такой теплый, размерчик L. Состояние хорошее. Так, такие штаны, подтяжки. Так, не отстегиваются, размерчик L, неутепленные. Так, такие штаны, красные, неутепленные, размерчик M, состояние хорошее. Так. Такие штаны утепленные, размерчик М, состояние хорошее. Так, такие штаны утепленные, размерчик 26 указано, они достаточно большие. Так, такие штаны, состояние хорошее, неутепленные. Так, у нас 164 рост. Так, такие штаны, так, утепленные немного, XS размер, состояние хорошее. Так, такие штаны, состояние хорошее, неутепленные, размерчик 42. Так, такие штаны, состояние хорошее, тоненькие, неутепленные, размерчик M. Так, такие штаны. Так, немного утеплены. Так, размерчик 36. Состояние хорошее. Так, такие штаны. Так, немного утепленные. Так, размерчик 54. Состояние хорошее. Так. Такие штаны. Так, Декатлон, немного утеплены, 38 размер, состояние хорошее. Так, такие штаны. Так, подтяжки отстегиваются, не утеплены. Просто теплый подклад у них такой внутренний. Так, размерчик не указан, примерно XL и больше. Так, такие штаны. Так, имеются небольшие загрязнения. Так, 40 размер, утепленные.
штаны. Так, подтяжки. Нет, стягивается. Так, размерчик. Так, размерчик 26. Так, немного утеплено, состояние хорошее. Так, такие штаны, немного утепленные, 42 размер, состояние хорошее. Так, такие штаны, подтяжки отстегиваются, состояние хорошее, размерчик XL, не утепленные. Так, такие штаны. Так, немного утепленные. Так, размерчик 42. Состояние хорошее. Так, такие штаны. Подтяжки отстегиваются. Состояние хорошее. Размерчик XL, утеплены, немного с интерфоном. Штаны. Так, имеются небольшие загрязнения, подтяжки отстегиваются. Так, нет, подтяжки не отстегиваются. Так, размерчик Элька на 14-16 лет. Состояние хорошее. Так, вот такие штаны, не утепленные, тоненькие, 42 размер, состояние хорошее. Штаны. Так, тоненькие, 46 размер, состояние хорошее. Так. Такие штаны, немного утепленные с интерпоном. Так, размерчик М, состояние хорошее. Так, такие штаны. Так, имеются загрязнения такие на попе. Так, утеплены с интерпоном на рост 176. Такие штаны. Так, подтяжки не отстегиваются, утеплены немного синтепоном. Элька, состояние хорошее. Так, такие штаны, такие больше рабочие. Так, утеплены синтепоном. Так, размерчик не указан, примерно 2XL. Такие штаны, так, неутепленные, размерчик, так, 46, состояние хорошее. Так, такие штаны, опять красные, так, утеплены с антифоном, так, размерчик S, состояние хорошее. Так, такие штаны. Так, утеплены немного с антипоном. Так, 2XL размерчик. Состояние хорошее. Так. Такие штаны. Так, утеплены с антипоном. 26 размер. Состояние хорошее. Так, такие штаны. Так, подтяжки не отстегиваются. Размерчик 38. Немножко утеплены. Состояние хорошее. Так, вот такие штаны. Так, внутренний подклад теплый. Так, размерчик у них 20. Состояние хорошее. Так, вот такие штаны. Утеплены с антифоном. Так, размерчик у них. Размерчик не указан, примерно М-ка. Состояние хорошее. Так. И вот такие штаны. Так, немного утеплены с антифоном. Размерчик XL.
состояние хорошее. Спасибо за внимание.